Погоди, еще, а что нужно сделать? Смотри, нужно БМПХ вытащить Т4 из озера, она на дамбе. О, это самое, Т4. Почти посредине там находится. Нужно БМПХ подплыть сзади, задницей вперед. А если БМП сгорит? БМП не сгорит. Она бесцветная, что ли? Нет, она сгорит, если там РПГшка не прилетит. Но вытащить вам ее все равно надо, чтобы выиграть миссию, либо убить всех, либо достать Т4 и довести ее до зоны. Т34 без снарядов тоже. А где мы спавнимся? Там метки есть. Все в метках. Че сейчас писать? Тормози, дудь. Так, присаживайся. Спавнится, знаешь, тут или нет. Азар, ты пешком, да? А чё? Ну ладно, пошли. Да тут, соответственно, снайпер, что ли? Да. А впереди паутина, да? Она на нашей стороне ближе. Сейчас я поплыву для вставания. Слушайте, парни, высадите меня тут, пожалуйста, на бэнкочку. Кто это? Бисмут? Почему ты делал, что это Бисмут? Я... Всё потеряно? Да. Перевернулось, батбах. Инвалид. Весело. Трос привязан. Ну, мы можем угнать, у них БМП. Инвалид Алекс из Дэна. Питу. Дерево, дерево. Лучший бигборд там на лотерале. Сколько я знаю. Ты, ну как так, Алекс? Ладно, давай. Говно не управляй. Где враги-то спавнятся? Это главный БМП. Азарт у тебя под кроватью. Переворачивают разум? Да, камер поебло. Вместе с твоим БМП. Да, на машине сейчас проехал. Я около Т-34 практически. Поговорите, пусть БМП подкатывается, цепляйте, собирать, уезжайте. БХ перевернулась, если ты не слышал. Да нахрен нужно. Тупой, блядь, уже был. Вытащили и все. Может мне пойти сесть в Т-34 и это? Когда они вытащат уехать? Же, она же сейчас упадет вниз в воду. А, точно, 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 точно. Мы можем открыть ничью. Я на А2 также утонул. Кто? А, газик вражеский, по сути, а у нас был хаммер только. Да, и я метку на себя дал, блин. Видел что-то на горке. На... Что это такое? На... Метка стоит на газик. На 90. У меня на горе есть, бро? Я
снайперка лежу. Окей. Метка же не стоит на меня. Наша БМП все, да? Да. Да. Да, Томас, к тебе едет, братик. Кроме тебя эти. РПГ-хи нет, да? Ну да, ни у кого нет. Нет, у Азарда вроде было. Азарцы? Она полная, кстати, там, наверное, 2-3 человека есть. Азарт. Так, а где труп Азарда? Да давайте, наверное, да. Вот моя метка. Да, на связи. Моя метка, где я нахожусь, Азарт где-то был рядом со мной и затих. То есть непонятно. Кто бежит вниз на меня со склона? С какого? Да, с Детуза склона. Алик живой? Бежит, я Паша, я под кустом. А бежит-то кто? Что, Паша, у тебя панамка на голове? А, панамка на голове. Да, да. А бежит по пулю, ё-моё. Ну, американец спавит уже. Господи, бинокль же. Убили его. С моей позиции, слева там. Пойду к смотрю. Убил. Еще одного вроде ранил. Что за красный персон? На моей метке. Я не знаю. Паша не добил, Паша не добил. На базе? На метке базы? Или где? Я его не вижу. Да, убил. Что за рыбка? Под огнем. Под огнем. Как поняли? Детус? Да, я смотрю, я буду сейчас его задать. У тебя где-то? Где-то у тебя. Вот кто ты сейчас, медикс? Ну, нет, ты чё, слева от меня был. Понял. Слева-то где, блядь? Понять не можно. Куда где, на дамбе, где? Дамба с другой стороны. Кто бегает? Наш масленок, вы живой что ли? Нифига ему целую очередь никого не засадили, он живой. А где наш? Сейчас я к нему сбегаю, побоговорю. Слышь, по дамбе бежит, когда это, к сараю. Понял. Под огнем. С дамбы. Укрылся. Под огнем. Ничего не могу сделать, тут плотные кусты, не видно.
Могу только в Йоксе сидеть. ГПшка. РПГ, РПГ, РПГ. РПГ. Дотус по тебе, по-моему. По мне РПГ. Понял. Блин, опять по мне. Ну убейте уже. О, наконец-то убили. Паш, ты не представляешь, насколько мы близко были. Паша, ты так сказал, я задумался. Чё, кто скорее спускается, думаю. Типа, кто это мог быть? Стою в ступоре, думаю, кто же мог? Эти, короче, на меня смотрят, а с биноклем такой стоит, думаю. Он мне очень в лицо прилетает. Типа, хотел только обернуться, они уже меня в очередь стреляют. Ну ты помог выдать, где они. Да. Да. Ты служил хорошую службу. Да. Правда, все равно минус 3 сделали. Ничего, недалеко. Шли. Так это да нет, просто они здесь не перевернули, как мы? Перевернули. То есть все перевернули? Да. Понятно. А тут она в деревья переворачивается очень легко. Типа мы первое дерево прилетели нормально, сбили его, а во втором нас уже перевернуло, но мы сбили дерево. То есть деревья давить не надо? Да, лучше проезжать их мимо. Это БМП вообще, она какая-то кривая. А я думаю, что это из-за того, что на нее добавлен скрипт плавания. А. Она же плавает. Да, да. Она какая-то очень сильно управляемая, то есть только немножко дернул влево, она уже там на 90 градусов поворачивается. Но она и лайтовая такая. Слишком она быстро поворачивает. Да. Надо какой-нибудь это, Брэдлю, может. Лол, наши пометили нашу БМП, и даже ее нет на этой точке. Где они там выбрались? Почему у меня камера вверх улетает? Вот то же самое, я тебе говорил. Где? На воде? Вообще. Да. Это в этом, в Купе, так спектакль, спектатор работает. На воду не налетайте. Ну, хорошо. Ну, вообще вблизи воды как-то лучше себя наркомански начинает вести. Здесь, видимо, поверхность воды как-то неправильно отрабатывается. Я думаю, это только на РХС-ках картах. Не знаю, как ну, на куб. Это не РХС-куб. Ну, это понятно. Интересно, Антон найдет Хатами? Знаю Антона, скорее всего, нет. И Хатап тоже не найдет. На самом деле, вот могут. Меня чем бесит этот лес, вот кажется он густой, блин, но на самом деле это чисто поле вообще. Поле, в котором... Я азарда увидел, знаешь, просто за километр, как он бежит там в лесу. Блин. Что-то я вспомнил историю, как Антон просто не увидел в упор краба, который стрелял со снайперки. А он решил его обойти и вообще пройти дальше. Сейчас Антон сольется. Ну не факт. Не факт. Полезет в деревья, скорее всего, умрет. Прикол, они разорвутся. Хатап. Привет, Хатап. А чё с дымом? Лол. А, да. Красный дым. Ветер. Не, ветер очень сильно дает. Он какой-то жёсткий, слишком сильный. Да. Хатап хотел обойти, Хатаба обошли. Сбоку обходили. Да не, я не видел, кстати, я вот с высоты смотрел, вообще не видно, кроме трупа никого, а ничего. А ёлки, вы были ёлками разделены. Ёлки, всё хуйня, я тебе так скажу. Нет, подожди, смотри, с дальнего расстояния ёлки хуйня, через ёлки всё видно. Я ж с горы спускался, я смотрел на этот лес, никого не видел, кроме этого трупа. А он сидел там долго, и вы как раз он вместе с тобой зашёл в лес. В смысле, как потом посмотришь, у меня запись есть, я как раз момент как начал снимать, когда вы начали сближаться. Кстати, да, когда Антон зашел в воду, его никнейм улетел в небо. Сейчас же проработка хреновая. Что-то DreamHawk вообще двигаться боится. Так, сейчас Брок и что-то там... Диос. Махач. Да что с этим ебаным? Че? Что с этим спектатором непонятно, что с На воду не заходи, да, он глючит на воде.
Ладно, разрешите, они не будут вас воевать. Кстати, а где газик? А, в спитере взял, ну он за спитер где-то там принес. Просто мы видели, газик катался там, крутился. Не знаю, о чем он тут обошел. Он нас довез с Влади и уехал дальше за БМПшниками, гоним БМПшники. А, нашел. Да. Блин, он мог бы дальше кататься, мы трубу потеряли. Вот. А... Заряд Детус вот тут разошел, здесь гибель. У газика очень бронированное стекло, его сейчас пробьет. Детус. Данка, почему у тебя патроны подходят только на ИБР? Почему у тебя на МК... Ой, на МК... Он еще жив. Он еще жив. У него патроны подходят на другое совершенно оружие. У меня просто 4 обойма на снайперку было. И то, что все, что было... Закидаешь, там, руку берешь, горсть закидаешь. Пш, пш, отсюда убедухи, пш. А стоп, Антон что, в воде? Да, он решил заплыв сделать к танку. Прикиньте, он сейчас сядет в танк. А я не вижу. О, он в воде, вон. С берега видно. Танк, он. Да, вон, слева танка. Он утонет, царство ему небесное. Он сел за... Царство ему небесное. Еще если заведет, то... Все, отпивай, пацана. Он тонет? Тонет? Да, отпивай, пацана, все. Понемногу. Тут не глубоко он не утонет до конца. Он дулом крутит. Что, Паша, ты снаряды ему оставил в танке? Нет, опоздан, дело нет, он придет без снаряда. Снарядов? Сейчас как хрень этот выстрелит. Прикиньте, сейчас кто-нибудь сюда с РПГ стрелит. Сейчас такой Т-34 так бахнет. Снаряды остались. У меня такое ощущение, как будто... Блин, он на дно не уходит, он понемногу уходит, но... Он на дно и не уйдет там танк. Ам, почему у тебя на снайперку совершенно другие патроны, которые не нужны? Кто там был на снаряде? Ваня, откуда я там знаю? У тебя бегите, собрал не те, которые нужны. Я фиг знает. Подожди, а фиг знает? У тебя какая снайперка была? Снайперка какая вообще была? 24 была, у тебя снайперка была, это, патроны лежат для... 7.62, ну для неё. Да МК-14. Плане МК-14, для нее снаряд. Да, пацаны глухие, конечно. Мне по РХС выдали эти снаряды, я... О, как ты здесь оказался? Я только что с тобой разговаривал, опоздал. Так это самый Брок. А, остался Антон только. Антох и Клапан. Я там поспял. Да что за фигня, почему у меня над водой камеру летать не могу ее остановить? Не летай над водой. Американцы полностью погибли, еп. А Брок что, не американец? А Брок один остался. Я, кстати, не знаю, почему там снаряды, я вырезал снаряды. Чисто технически, по сути, мы должны были выиграть, потому что танк на дно не пошел. Ну он и не пойдет. Очко у меня не засчитало. Ладно, убил кого-то. Ладно, кого-то не засчитало. Ну, что, позвать, нет снарядов? Пшшшшш.